Добрый день, дорогие друзья! Я эту песню написал в канун Пасхи. И я посвящаю ее тем, кому сейчас не очень хорошо, у кого есть какие-то проблемы, чтобы они исчезли и все стало на свои места. И всем желаю этой песни здоровья и всего самого-самого хорошего, а главное тепла в доме. Если б рыбку золотую вдруг бы я поймал, попросил бы, чтоб мальчишкой я на время стал. Было время золотое, и была весна, как ходили мы в ночное, грелись у костра. Попросил бы я тогда у рыбки, попросил бы только я под дно, были бы, чтобы у всех улыбки, если слезки были, то в кино. Рыбка, рыбка золотая, смог бы все поддать, чтоб отца на день родная смог бы повидать. С ним бы в лодке я спустился вниз бы по реке, да в палатке бы укрылся в детство островке. Попросил бы я тогда у рыбки, попросил бы только я под дно, были бы у всех улыбки, если слезки были, то в кино. А еще, чтоб всем собраться в старом доме том и всем вместе оказаться за большим столом, где все пели и смеялись с ночи до утра, а потом в реке купались рядом, что текла. Попросил бы я тогда у рыбки, попросил бы только я под дно, были бы, чтобы у всех улыбки, если слезки были, то в кино. Были бы, чтобы у всех улыбки, если слезки были, то в кино.